Переворачиваешься. Давай. А водичка тут нужна? Водичка нужна. О, смотри, какая ты качина. А как мы будем рисовать? Ведь как цвета же я не знаю. Как мы цвета узнаем? Потому что, Настюш, надо вот отсюда эту картинку взять и вырезать. Вот она, видишь? Ножничками. Это коричневая. Поняла? Да, поняла. Давай. Рисуй. Осторожно, Мишку только не нарисуй ему. Мишка будет коричневый. Давай, Луну рисуй хорошо. Молодец. Нежно, нежно. За линию не заходи. Старайся. Чтобы получился коричневый, какие цвета нужно? Какие мы цвета туда вылили? Вспоминай. Синий, желтый. И красный. Молодец. Какой получается? Коричневый. Правильно. Коричневым кого мы будем делать? Мишку. Правильно. Молодец. Получился. Хорошо помешала? Хорошо. Молодец. Не торопись потихонечку. Молодец. Помочи чуть-чуть кисточку, макни ее. Молодец. Хвостиком, хвостиком кисточки делать. Умница. Иди макни ее. Все молодец. Отлично, Настюш, мне нравится. Сильно так не бей. Зачем? Легонечко. Об краешек теперь вытри. Вытри об краешек. Все, давай. Покрути чуть-чуть, осторожненько. Все, много не надо. Давай, давай ручку теперь ему. Ручку теперь. Ого! Нежно, нежно, осторожно. Не зайди за линию, потому что Маша будет розовым. Почему черный ничего не надо? Черный надо добавлять, наверное. Может? Что? Покажи, как еще что делали. А что черное красить? Может, линии вот эти, вот, вот тут надо черный красить, Настюш. Где машинка? Это карета, не машинка. Карета? Угу. А тучки не надо красить? Точно надо. Вот этим белым? Белым. Вот белым. Надо еще такая, чтобы